Здравствуйте, да, лежите здесь, да, свои деньги в потолок пялите, а между прочим, муж ваш не теряет времени даром, обрюхатил вот дочь мою, шляется по квартирам, электрик. Мама, я не жалуюсь, мне здесь Степой было, между прочим, очень хорошо. Что ты нашла в нем, а? Как ты, это же скелет ходячий просто, уродина. Что я нашла? А что ты-то нашла? Что она-то нашла? Будто бы я одна от Степана твоего, чтобы забеременела. А кто еще? Тоже, мама, тоже залетела. Мама залетела? Конечно. Не смей так с мамой разговаривать, между прочим, мама тебя вырастила. У мамы 18 лет мужчины не было, и мама один раз... Да пошла ты, знаешь, куда, мама! Не стыдно так с матерью разговаривать. Посмотрите, какой вы разлад в семью внесли. Постеснялись бы своего кобеля отпускать. К батарее его надо привязать. А то ходит женщин честных соблазняет, а? И мама не устояла ведь, а?